наши ключики! Получат ключи и начнут праздновать новоселье уже завтра владельцы квартир в доме 12-4 в Салават-Купере. Пока они будут заселяться, их соседи из 11-го микрорайона подождут, но немного. Задача перед подрядчиком – сдать 3 долгожданных дома до конца марта. Уже летом этого года в Салават-Купере начнут сдавать 7-й и 8-й кварталы. В планах в 2019-м сдача 2-го и 3-го микрорайонов. Как заверил глава госжилфонда, все очередники как в городах, так и в районах должны получить свои ключи от квартир в намеченный срок. Вместе со сроками сдачи домов многих татарстанцев волнуют и цены на жилье. С 1 июля вступит в силу изменения в законе о долевом строительстве. Что это привнесет на рынок? Конечно, переживания на эту тему есть о том, что жилье может стать дороже. Но с точки зрения вот того механизма, который существует в государственном жилищном фонде при президенте Республики Татарстан, мы таких вещей не ожидаем, потому что мы создали систему, при которых эта проблема решена. Таким образом, цены, как, например, 1 квадратный метр в Салават-Купере сейчас 34 тысячи рублей, должны сохраниться. В помощь должно прийти и развитие системы арендного жилья. Мы во всех городах и районах имеем такие помещения. Или вот в этом году строятся. Мы... При этом объем домов, ну, как бы соразмерен среднему жилому дому, который находится в том населенном пункте. Если в Черемшанах, допустим, у нас там 16 квартир на жилой дом. Там, в Заинске там 32, он побольше немножко. Там. Говорили сегодня и об инфраструктуре социопотечного жилья. На строительство автомобильных дорог второй очереди в Салават-Купере только в этом году выделили порядка 380 миллионов рублей. Салават Мухаммадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.